Всем привет! У нас сегодня выходной в садике. Точнее, даже не выходной, мы все пошли, как обычно, на работу. Кто там детей успел привезти, привел. Но у нас сегодня нет воды с самого утра 6 часов, поэтому пришлось всем разобрать детей и по домам. Потому что готовить-то никак, воды нет. Ну и, соответственно, там тоже ничего не помыть, ни полы, ничего. Вот утром только повар кашу сварила, овсянку. И посуду там я мыла, что у нас была там вода для цветов. Вот посуду помыла, и все, мы потом пошли по домам. Сейчас время у нас уже 20 минут 12-го. Я тут вот салат делаю оливье на вечер. Ну, вчера я уже сварила картошку, яйца. А сегодня вот все уже порезала, остался лук. Картошку свежую я варила и... Вчера про нее забыла, она вот прижарилась. Нашла две клубнички, Ваня, сейчас дам. И вот лук выдернула. Лук, знаете, много в стрелку пошло. Вот она, вот эта вот стрелка. Ну, она пока мягкая, я сейчас ее порежу. Но это уже, я считаю, не лук, это уже будет ерунда. Поэтому буду, который со стрелками, буду дергать и будем есть. Что его жалеть? Вот такие дела. Так что сегодня у нас незапланированный выходной. Ванька в телефон тут сел. Держи. Клубничку тебе нашла. Ванька любит. Ну, мы все любим ягоды. Жимолость. Мы уже вообще все объели. Даже рвем, которая, знаете, еще такая даже не синяя. Такая красноватая. Очень хочется уже, наверное, витаминов, поэтому вот. Ну, землянику там едим, но еще как-то маловато. Ну, вот клубника начинает поспевать. Да, Ванюшка? Ой, вкусно, Ванька ест даже. Я хочу. Ну, ладно, пусть ест. Так вкусно пахнет своя вообще клубника. У нас в ларьке сливы вчера привезли. Мам, хочешь поесть? Не, Ванькуш. Сливы по 160 рублей, такие красные. Ну, у меня что-то желудок болит, поэтому пока не покупаю. Страшно. Потом сейчас салат сделаю, пойдем на улицу. Не знаю, конечно, там делать. Надо поливать, а воды нет. В общем, не знаю. Ну, даже чтобы полоть, надо сначала все пролить, потому что земля вообще деревянная. И говорю, что дождей уже у нас вообще 100 лет нет, поэтому нужно обязательно сначала проливать, а то все пальцы с ногтями там останутся. Еще прольешь, хоть как-то более-менее можно что-то выдернуть. А если не пролито, то вообще караул. Скушал? Да. Вкусно было, да? Да. Тарелку, да, Вань? Целую клубнички. У нас телевизор, там мультики тоже. Дом еще так более-менее сейчас. Ну, как бы с утра, не с утра, в общем, так прохладненько. На улице-то вообще жарище. Сейчас посмотрю, сколько там в тени. В тени 20. Мне никак не показывает. В общем, в тени 23 градуса. Ну, жарко. Вот я сейчас ходила за луком, жарко. Стрептокарпус мой цветет. Вот Ванька сломал вот эту ветку. Так вот так красиво с улицы тоже. Я иногда, когда хожу белье вешать, посмотрю, так здорово смотрится. Ну, вообще сейчас много уже цветов цветет, там эти гвоздики расцветают, красота, пион белый тоже расцвел. Этот, который карликовый пион, он отцвел, конечно. А тут тоже был он такой темно-красный. Тоже красивый был, только издалека его видно. Поросенка кормить еще через полчаса примерно пойду. Пока еще рановато. Травы тоже сходим, потом нарвем ему. Любит траву эту. Ну, пока что ест, не знаю, будет, потом не будет. И я ему еще печеньку ношу. Ну, вот он поест, и я ему печеньку какую-нибудь вожу. Вот курабье у меня было, там остатки. Я вот ему все переносила. Он вот эту серединку, где повидло, любит. Ну, и по саму печеньку он тоже съедает. Но вот эту в первую очередь выедает повидло. Я помню, мама был поросенок, и она тоже печенье давала ему. А как печенье не было, корм кошачий выносила. Он так его любил. Это вообще, она всегда в карман насыпала, и он ждал.
Прям пока вот он поест, и потом все, и в карман вот так вот своим пятаком. Что типа того, это корм давай кошачий. Мой уже тоже привыкает к печенинам, уже как поест и стоит, ждет, чтоб я ему печеньку положила. Ну ладно, пойду дальше салат доделать. Лук осталось посолить и помайонезить, и все, и салат готов. Все остальное я уже порезала. Что, может быть, еще потом увидимся, если будет время, еще сниму что-нибудь. Хотела показать, какой Настя мне сделала подарок. Смотрите. Какая красота. Тут три вида цветов. Розы вот такие вот. Эти, как же они называются? Альметрия. В общем, как-то не помню. А вот эти наде как-то, которые такие полосатые. Красивый букет называется. Что-то нежность. Нежность объятий, что-то такое. Красивый. И тут такая еще карточка на прищепке. И там подписана она, короче говоря. Такая вот красотень. Она получила зарплату. Она работала в трудовом лагере. Получила зарплату. И мне купила букет цветов. Я вообще не ожидала. Это было в субботу. Мы с Ваней в обед спали. Просыпаемся. А она куда-то выбежала. А оказывается, она все заказала. И приехала доставка. Привезла вот букет цветов мне. Вот он уже стоит в субботу, сегодня вторник. И вот такой еще красивый. И они тут, знаете, еще не распустившиеся есть. Вот. И они потихоньку распускаются. Так красиво. Ванька тут сидит, телефон смотрит, какую-то ерунду. Ездили мы к бывшей свекрови. Она вот машинку Ваньке подарила. Ну, там конфетки, ничего такого. Сейчас ели черешню белую. Чуть-чуть там было, она, знаете, очень быстро какая-то сгнила, что ли. Вот покупаем, мы ездили к ней в гости в воскресенье. Вот заходили там на рынок овощной. Я покупала там огурцы, абрикосы килограмм, черешню вот такую желтую и красную по полкило. Яблоки свежего урожая нового. Ну, правда, яблоки 4 штуки купила, потому что они очень дорогие, 200 рублей килограмм. Много не купишь. Что-то еще брал. Нектарин такие маленькие, зеленые. Не помню, что еще брала. В общем, много там на 800 рублей. Грудинки там купили. Килограмма 2 такой кусок с ребрами. Ну, он это... Ну, ребра там на суп пойдут, допустим. А грудинку там, не знаю, поджарить можно. У меня еще легкое из мороженого, 2 куска можно с легким сделать. Мы с Ванькой болеем. Ну, уже как бы так отступает немного. Но еще все равно так в носу. Еще плохо нос не дышит, короче говоря. Ну так, средние. Таблетки, в общем, пили. Я покупала таблетки вот в аптеке. Сегодня садика забирала еще одного мальчишку. У нас тут дома был, наверное, 2 часа. Потом его забрали. Весь дом перевернули. Надо было снять, правда, вот какой у нас только дом был бардак. Мы потом час целый убирали. Такие дела. Повар у нас ушла в отпуск. Я еще поваром заделалась. Ну, никак больше по-другому. Воспитатель утром кашу делает там, ну или что-то там еще. А я обед и полдник. Завтра буду суп рассольник делать, картошку тушеную. Ну, а на вечер там у нас всегда вафли, печенье, что-то такое незначительное. Еще раз покажу, какие красивые цветы. Просто прелесть. Мне вот эти вот больше всего понравились. Какие? Мне напоминают орхидеи. Вот эти вот, которые полосатые. Очень красиво. А сейчас привезли чайник. Ну, там ее друзья. Она заказала мне еще чайник и не сказала. А сегодня мне сказала, что сегодня тебя ждет подарок. Я говорю, какой еще подарок? Она говорит, чайник. А, нет, она говорит, то, что ты хотела. Очень. А я не могла вспомнить. Я говорю, что я хотела. А чайник, правда, я уже давным-давно хотела, но мне все жалко денег было. А она взяла, заказала. Вот они сейчас там привезли. Сейчас она мне его принесет, подарит. Я говорю, Настя, не вздумай больше на меня тратить деньги.
Я говорю, купи себе хоть что-нибудь из одежды. Зачем ты, говорю, на меня тратишь? Ну ладно, потом еще, может, что-нибудь сниму, добавлю это видео, а то голос прям пропадает.